Всем привет, друзья! Кто из нас не хотел бы иметь свою собственную фирму в Европе? Ведь она может оказывать услуги другим компаниям на всей территории Европейского Союза. В том числе в таких странах, как Норвегия, Германия, Дания или Швеция. Любому работодателю выгоднее иметь дело с юридическим лицом, чем брать на работу в штат отдельного специалиста. Ведь помимо зарплаты за него придется выплачивать большие налоги. Ваша фирма сможет оказывать услуги в любой сфере. В строительстве, общественном питании, бьюти, логистике, производстве и других областях. Вы получите возможность кредитоваться в европейских банках под мизерный процент. Сможете взять дом в ипотеку или новенький автомобиль, почти не переплачивая банку. Ваши дети смогут учиться в лучших западных вузах. И самое главное, вам гарантированно дадут бизнес-визу и вид на жительство в Европе для вас и вашей семьи. Вы станете налоговым резидентом и сможете избежать двойного налогообложения на доход и дивиденды между вашими странами и странами Европейского Союза. Как оптимизировать налогообложение в Европе, мы уже рассказывали. В дальнейшем мы будем возобновлять информацию об этом. Предлагаем вам удаленно открыть свою фирму в Польской Республике, которая является членом Евросоюза. Наши эксперты в Польше с большим опытом работы сделают это для вас. Кроме того, мы поможем получить лицензию на любой вид деятельности и предоставим услуги бухгалтерского обслуживания по европейским стандартам. Интересно? Свяжитесь с нашими менеджерами и узнайте подробности.